Всем большой привет, меня зовут Лера, спасибо, что кликнули на это видео, и сегодня я хочу взять вас с собой, показать, как я ухаживаю за своими растениями, а точнее я буду купать их в душе, удобрять, поливать и, в принципе, все вам буду показывать. Вот, хочу подчеркнуть, что я в этом видео не пытаюсь никого научить, никого ничем удивить, просто показываю, как я ухаживаю за своими растюшками. Вот, начну я с самых крупных своих экземпляров. Это спатифилум, хамидорея, фикус, хлорофиту, монстерку. В общем, растения, которые у меня побольше, их я буду прям купать из-под душа, а растения, которые поменьше, я буду просто протирать листья и купать их немножко из-под крана в раковине. Вот, воду делаю терпимо для руки горяченькой и начинаю как бы опрокидывать немножечко горшок, чтобы минимизировать количество воды из-под крана, которая попадет в горшок. Почему так? Да потому что я уже говорила, что в нашей воде очень много всяких разных примесей, хлора и так далее, что не полезно для наших растений. Вот, поэтому горшок слегка наклоняю и поливаю излейки прямо растения горяченькой водой. Так буду проходиться несколько раз, смывать всю пыль и, в принципе, делать растениям приятно. Для того, чтобы оценить всю пользу такого душа, достаточно вспомнить ваши ощущения во время принятия ванны или душа, то есть ваше тело расслабляется, поры раскрываются, кожа дышит. Так вот, для растения это точно такая же польза. На листьях растения тоже есть поры, через которые оно дышит, и причем для растения это единственный способ дыхания. Когда поры у растения забиваются, растение начинает болеть. Когда растение начинает болеть, соответственно, иммунитет его понижается, и оно становится более подвержено каким-то вредителям, чего мне бы очень не хотелось для своих растений. Я еще с ними не сталкивалась. Может быть, кстати, за счет того, что я устраиваю такие банные дни для своих растюшек. Вот, купаю их, и если даже, может быть, начинаются какие-то вредители, то они не успевают как-то расплодиться, и я их смываю водой. Вообще, я считаю, что все хорошо, то, что в меру, поэтому такие банные процедуры я бы тоже не советовала производить очень часто, может быть, в летний сезон это раз в месяц, раз в две недели, а если это зимний период, то вообще минимизировать, может быть, раз в два месяца или совсем это исключить. Вот, есть несколько правил, понятно, что нужно этого придерживаться, не делать воду слишком горячей, потому что можно просто ошпарить растение, то есть ваша рука должна спокойно выдерживать температуру воды. Вот, что еще советовала бы: не выставлять сразу растения потом на подоконнике, будь это весна, лето, неважно, то есть можно выставить на подоконник, в ванной было тепло, на подоконнике все равно температура ниже, и за счет такого перепада температуры растение тоже может себя не очень комфортно чувствовать, либо вообще заболеть. Вот, поэтому вот такие легкие правила: купать, но не часто, листья можно протирать гораздо чаще, чем просто устраивать душ, ну и зимой вообще это исключить. Вот, а далее я перехожу к мелким растениям. Мелкие растения я буду просто протирать ватным диском из-под крана водой также. Почему не в душе? Да потому что они могут сломаться, не знаю, немножечко повредиться за счет напора воды, даже если это напор воды будет минимальным. Я, в принципе, большие растения даже поливаю под углом для того, чтобы вода как бы скользила по листам, а не сверху вниз направлять душ, чтобы она вот прям падала и могла принести какой-то вред для растений. Вот, протираю разными ватными дисками. Каждое растение — это новый ватный диск. Опять же, я это где-то прочитала уже давным-давно, что это тоже, так скажем, предотвратит, что ли, размножение вредителей по всем растениям. Ну, то есть, если, допустим, на каком-то одном растении у вас сидит вредитель, вы одной губкой протираете все растения, вы можете разнести просто по всей своей коллекции, и потом вам будет сложнее с этим всем бороться. Вот, поэтому разными ватными дисками, тепленькая водичка, просто протираю, точнее, все листочки. Также помыла все тарелочки, все
блюдца из-под своих горшков, тоже чтобы были чистенькими, опрятными, потом буду протирать горшки, чтобы было растение максимально хорошо. Вот, переходим мы на кухню, сейчас я буду поливать растения, которые мелкие, то есть в них точно не попала никакая вода, они у меня просохли, я поливаю примерно раз в неделю сейчас, вот, поэтому буду поливать водой и после этого сразу же буду удобрять. Поливаю я свои растения теплой отстойной водой, отстаиваю я воду, ну, не меньше суток примерно. Вообще, в принципе, я всегда запасаюсь водой, наливаю прямо в 5-литровки, и когда приходит день полива, у меня всегда есть запасы воды для того, чтобы не пришлось там поливать, допустим, из-под крана. Обязательно перед поливом каждое растение я прощупала пальчиком, чтобы не перелить. Ну, то есть какое-то растение может просыхать быстрее, какое-то медленнее, поэтому не побойтесь засунуть прямо пальчик в горшок, либо, может быть, зубочистку, либо палочку от суши. Обязательно, чтобы был какой-то умеренный полив, чтобы не перелить растение. Вот, перехожу к удобрению. У меня самое простое удобрение от Bona Forte. Я думаю, все его знают, кто занимается комнатными растениями. Развожу по инструкции, в половину, точнее, от инструкции, на 1,5 литра воды и буду проливать также им свои растения. Думаю, не стоит вам говорить, и так все без меня знают, что поливать удобрением сухое растение запрещено, ну, точнее, не рекомендуется, потому что есть риск того, что корни могут сгореть. Вот, поэтому проливаю удобрением после того, как полила. Вот, опять же, за счет того, что мы полили растение до обработки удобрением, не нужно много лить удобрения, ну, то есть хочется побольше, думается, что так будет лучше, но нет, тогда мы можем растение перелить, поэтому умеренно поливаю удобрениями. Вот, все излишки воды у меня в блюдечко, я потом все это через минут 10 буду сливать. Ну и я буду переходить к крупным растениям, также буду каждый горшок, каждый грунт прощупывать пальчиком, за счет того, что поливали в душе, то вода какая-то попадала в любом случае в горшок. Поэтому эти растения я буду поливать уже чисто удобрением, без воды, потому что грунт уже влажный, корням это уже будет нормально ощущаться. Сегодня заметила, что у меня отцвел спатифилум один цветок, вот, но тут же у меня вот лезет еще один. Этот я цветочек уже буду срезать, он позеленел, и он уже, в принципе, не несет за собой никакой пользы, я его просто обрежу. С последнего видео многие мои растения выпустили, раскрутили новые листочки, я вам сейчас покажу. На некоторых не буду показывать все, тогда видео получится слишком длинным. Вот. И, кстати говоря, замиокулькас я не удобряю, я его поливаю чистой, отстойной, тепленькой водичкой, умеренно, как я и говорила. Замиокулькасы не любят много воды. Ну вот, собственно, и все. Вот мой результат. Сейчас покажу новый листочек, который у меня выпустила монстера. Он уже больше предыдущего, но он все еще не резной, к сожалению. Вот, фикус у меня раскручивает новый лист, как я тоже и думала с последнего видео. Циндапсус у меня выпустил аж 3 новых листа. Вот, я очень рада. Он у меня становится таким пушистеньким. Скоро он у меня будет спускаться густым водопадом. По крайней мере, я на это надеюсь. Как результат, получаются вот такие чистенькие, напитанные, увлажненные растюшечки, которые сейчас примерно на неделе 2-3 я оставлю в покое. Ну, то есть не буду устраивать больше никакой душ, только если обтирание листов. Ну и удобрения я удобряю, конечно, каждую неделю. Вот, наверное, на следующей неделе, может быть, я уже их переселю на балкон, так как в квартире у них нет какого-то своего особенного места.
места, вот, переселю их на балкон, у меня там уже подготовлен для них стеллаж. Показываю, кстати говоря, с последнего видео я вам показывала, что черенковала свой сингониум, вот такие уже корешочки он у меня нарастил, максимально быстро это делает, я рада, может быть, скоро я уже буду вам показывать, как я буду пересаживать свой сингониум со всеми вот этими точками роста. Мой черенкованный сингониум также выдал почку. Я так понимаю, это новая точка роста. И я тут заметила, что из дренажного отверстия у него уже торчат корешки. Поэтому, думаю, очень скоро я буду снимать видео, как я его пересаживаю вместе со всеми черенками в один единый горшок. Всем спасибо за просмотр. Если это видео было вам хоть как-то полезным, интересным, поставьте, пожалуйста, класс. Всем спасибо большое за просмотр. Здоровых растюшек. Пока-пока.